Я так понял, музей хотят снести. Да. Просто сносить и все. А что находится здесь, никто не знает. От древности, наверное. Ну, уже как. А что только на улице? Ну, А я видел эту машину на дорогах, Санек. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Мищенко Светлана Михайловна. Мы находимся в музее. Да. А что это за музей? Расскажите, пожалуйста. Это музей моего супруга, которого сейчас уже нет в живых. Собирал он все экспонаты более 30 лет. Вначале это был бокс гаражного кооператива. Экспонатов стало очень много. Люди сами переносили. По всей России ему присылали. Где-то сам заказывал. Поэтому возникла идея сделать надстройку над гаражом. Цель была и мечта его была, чтобы город увидел музей эпохи СССР. Поэтому все экспонаты, которые он собирал, все эпохи СССР. Есть экспонаты, которые еще при Петре Первом изготовлялись. Вот эти бузы у меня сестра двоюродная купила рядом дом. Но дом уже был под снос, он уже падал. Когда разбирали этот дом, вот дом был сколочен вот такими гвоздями, которые изготовлялись еще Демидовым, то есть в эпоху Петра Первого. И большинство из экспонатов, они действующие, да? Да. Вот мы слушали музыку, я впервые слушаю, вот это как он называется правильно, патефон, да? Да. Такое ощущение, как будто в прошлое попал. Прям, ну, звук, механика, да, все это можно потрогать руками, ощутить эту эпоху, вспомнить. Я даже увидел центр романтика, который у нас был в советские времена. В общем, музей вообще шикарный. Я считаю, что город Сургут обязан принять все меры по сохранению данного музея. Я так понял, музей хотят снести. Да. Хотят снести. Да. А в связи с чем? Несанкционная, неправомерная надстройка. Те, кто члены кооператива, которые подписались под снос этого здания, как такового они не видели, что именно здесь. То есть здесь не преследуется никаких коммерческих целей. Здесь просто сделан музей для того, чтобы видел город, видели люди, приходили дети, приходили пенсионеры,
все те, кто жил в эпоху СССР. Во время жизни хозяина Александра, я так понял, вот эта надпись, да, «Санёк», бар называется «Санёк»? «Санёк». Бар, музей «Санёк». Александр, он сюда приглашал, я так понял, всех, да, был свободный доступ, дети приходили? Ну, да, были, но как бы сказать, что чтобы официально был открыт этот музей, просто он еще не доделан. И много еще экспонатов не вынесено с гаража сюда наверх. Там еще есть очень много. Подскажите, какие-то письменные претензии со стороны председателя кооператива были или все на словах? Нет, письменных не было. Только было на повестке собрания о сносе вот этой надстройки над гаражами. Последнее собрание, которое состоялось в воскресенье, как такового кворума не было, но приглашаются люди, и люди подписываются, а под что? Просто сносить и все. А что находится здесь, никто не знает. А в случае сноса или там, не знаю, подачи в суд или решения собственников кооператива, куда это все денется? Ну, в данный момент я не могу сказать, куда это все денется. Не знаю. Честно говоря. А с администрацией кто-то как-то выходил или вы выходили? Они что говорят по этому поводу? Ну, был разговор в прошлом году. Администрация была готова принять все экспонаты и предоставить там какой-то ангар. Но все это как бы в подарок городу. И только на словах, да? Письменной переписки нет, не было? Нет. Надо, я считаю, открывать письменную переписку, то есть поднимать общественность, всех уведомлять, ставить в известность, что в городе Сургут существует действующий, очень, я считаю, крупный музей для Сургута по теме СССР. И я считаю, что нужно принять все меры по сохранению данного музея. Уважаемые жители города, большая просьба вам, откликнитесь все, кто заинтересован, чтобы город видел этот музей, чтобы он открылся, чтобы память сохранилась. По всем вопросам обращайтесь к Антону, Сургутнадзор, а Антон свяжется уже непосредственно со мной.